Несколько лет назад я написал мой родной «Дом 40». Все, кто меня давно знает, в курсе, что картина «Дом 40» у меня родилась не только по одному желанию. Однажды мы вспоминали с другом наше детство, и он сказал такую фразу: «В детстве мы видим все детскими глазами, а сейчас, когда мы стали взрослыми, детскими глазами увидеть уже ничего, к сожалению, невозможно». На что я ему возразил: «Мне возможно, я же художник, поэтому в моих силах нарисовать родной дом именно таким, каким я его видел в 5 лет, то есть детскими глазами». Друг мне, конечно же, не поверил. А зря, потому что я сел и написал свой дом таким, каким его видел в 1980 году. В детстве мы как бы живем в другом мире и теряем этот мир, когда становимся взрослыми. На взгляд взрослого человека вроде бы окна обычной типовой пятиэтажки, но ребенком я видел все через сказочные очки счастья. Думаю, на картине мне удалось показать дух той самой сказочности. И это меня очень радует. Из-за мешающих обстоятельств и проблем я долго не мог работать. И вот на днях, наконец-то, сел за картину. Сюжет тот же, но только сказку я еще более усовершенствовал. Добавил детали, которые были зимой 80-го года. И вот теперь этой картиной я наконец-то доволен. Смотрю на нее и вижу. Вот сейчас прямо передо мной зима 1980-го года. Вот мои родные окна. Горит свет на кухне, в большой комнате, у родителей. А у меня в комнате горит моя настольная лампа. На улице холодно, а дома тепло и хорошо. Все бабушки живы, нет проблем и разочарований. Эта картина, как машина времени, вернула меня в прошлое. Она показывает мое счастливое детство, дает возможность прямо сейчас видеть любимые окна, в которых живет надежда и вера в светлое будущее. Сила искусства дает нам возможность переместиться туда, где мы когда-то были по-настоящему счастливы. Так по сути, в чем же разница между картиной «Дом 40» и картиной «Окна детства»? Картина «Дом 40» показывает те же окна моего родного дома, как они выглядели в конце 70-х. В начале 80-х годов. А вот картина «Окна детства» демонстрирует то же самое место, но уже со всеми мельчайшими деталями. И главное, вы, уважаемый зритель, сейчас видите этот мой дом именно моими детскими глазами. Именно так, как я видел это место в далеком счастливом детстве. Окна детства. 20 на 30 сантиметров. Холст масла. Москва. Улица Академика Павлова. Дом 40. Корпус 1. Зима 1980 года. А с вами был автор этой картины, художник Степан Каширин.